Всех приветствую, друзья! Сегодня в видео хочу поговорить с вами о проекте Goldfinch. Интересный топовый финтех-стартап, который уже имеет рабочий продукт. Погнали! Goldfinch – это протокол, который создает платформу для заемщиков и кредиторов, поставщиков ликвидности, для получения либо выдачи суды без залога. Эта платформа доступна для большинства стран мира. Путем децентрализации процесса каждый желающий сможет стать кредитором, либо получить кредит в какой бы стране он ни находился. Давайте подробнее разберемся с миссией данного проекта. Миссия протокола Goldfinch состоит в том, чтобы создать децентрализованный кредитный протокол, который расширит доступ заинтересованных сторон к финансовым услугам. Основная задача состоит в том, чтобы обеспечить возможность заимствования криптовалют, не требуя избыточного криптообеспечения. Немножко поясню. Сейчас, если вы берете кредит в каких-то, рабочих, скажем так, подобных протоколах, то вам зачастую следует обеспечить этот кредит в полтора, а то и в два раза криптовалюты другой какой-то. То есть это, не совсем как бы рентабельно, или как это назвать. И, это все, конечно, сказывается из-за того, что крипта у нас сильно волатильная, не особо стабильный актив и так далее, и тяжело получить нормальный кредит под нормальный залог. А Goldfinch хочет решить эту проблему. Представлен подход, который позволяет достичь этого полностью децентрализованным способом, что очень круто. Протокол делает это, используя концепцию доверия через консенсус. Заемщики могут демонстрировать кредитоспособность на основе коллективной оценки других участников, а не на основе их криптоактивов. Интересный, крутой проект с вариантами использования. Давайте попробуем разобраться вот с этой диаграммкой, довольно-таки несложной, как по мне, как работает протокол и какие участники в нем есть, что они делают. Если вы разберетесь в этом, то, я думаю, будете понимать, как, в принципе, работает проект. Аудиторы – это первое, скажем так, у нас ребята, которые здесь есть. Они участники, которые получают вознаграждение в виде GFI токена за обеспечение проверок в протоколе. Далее есть бэкеры, спонсоры. Вот они, скажем так. Это участники, которые предоставляют Junior Tranche капитал отдельным пулам заемщиков. Borrower Pool, пул заемщиков. Вот они. Это сам смарт-контракт, составляющий и кодирующий набор условий финансирования для заемщика, включая процентную ставку и график погашения, и с помощью которого заемщик может заимствовать капитал и возвращать его на этих условиях. Также есть токен GFI, о котором также стоит сказать пару слов. Не могу здесь его найти в white paper. В принципе, не так важно, но вот тут что-то рассказано про GFI. GFI – это токен, utility токен платформы Goldfinch, используемый для голосования за управление, стейкинга ставок аудиторов, вознаграждение за голосование аудиторов, ставок для спонсоров стейкинга, я так понимаю, вознаграждение участников Junior Tranche, другие потенциальные вознаграждения для всех участников протокола. Liquidity провайдеры, поставщики ликвидности, участники, которые предоставляют капитал в Senior Pool. Senior Pool – это старший пул, смарт-контракт, который принимает капитал от поставщиков ликвидности и автоматически распределяет капитал по Senior Tranche пулам заемщиков в соответствии с моделью кредитного плеча. Leverage Model – модель кредитного плеча. Формула, с помощью которой Senior Pool автоматически определяет, какой объем капитала следует выделить каждому заемщику. Суть протокола явно просматривается в данной схеме и вкратце заключается в изменении привычного подхода к кредитованию проектов. Заемщикам теперь не требуется избыточного обеспечения криптоактивами. В процессе проверки криптопроекта все стороны должны быть заинтересованы в честном аудите и оценке, но связь звеньев и аффилированность исключается самим протоколом, что меня радует. Доступ к возможности финансирования и заработка при предоставлении капитала получают намного более широкие массы крупных и мелких инвесторов.
В принципе, это, во-первых, отличный способ для дохода инвесторов, которые уже в традиционных финансах не могут нормально зарабатывать, ибо проценты там идут только вниз. Все говорят, что безопасные какие-то инвестиции, на самом деле все фигня. А вот в такой вот, скажем так, схемке, в принципе, нормально можно заработать. Для того, чтобы нам что-то закинуть, нужно подписать сначала транзакцию, далее подписать транзакцию, unlocknуть USDC. И максимальное количество в Senior Pool можно закинуть 40 миллионов долларов. Ну, в принципе, максимальное вообще. Уже закинули 35 миллионов 168 тысяч. И, я так понимаю, еще на 4 миллиона можно закинуть. Так, вы получается, если закидываете свои USDC, вы выдаете их протоколу, а он, соответственно, на основе голосования, скажем так, отправляет их каким-то ребятам, которым нужны деньги, которые просят деньги. Заемщики, да, это так они называются. Вот, и здесь мы видим проекты, с которыми они сотрудничают, это Alma West, Aspire, Oya, Via Alma West, PayJoy, QuickCheck, это все только начало, все в тестовом, скажем, в формате, хотя платформа, кстати, была запущена, если я не ошибаюсь, где-то читал, что в декабре 2020 года уже, ну, 10 месяцев в платформе, поэтому уже все довольно-таки протестили. Ну и два слова, наверное, скажу о летной академии, которая сейчас проходит. Вы можете присоединиться к комьюнити Goldfinch и продвигать идею Goldfinch, именно рассказывать о платформе, задавать интересные вопросы в Дискорде, писать статьи на тему Goldfinch, высказывать свое мнение, какие-то предложения и получать за это типа поинтов, и потом на основе поинтов получить какие-то токены GFI, возможно, они будут нормально стоить. Вот, если вам это интересно, все ссылки, как всегда, оставляю в описании. Мое мнение о Goldfinch — отличный децентрализованный протокол, который позволит многим пристроить свои стейблы и заработать на этом, а также позволит брать кредиты тем, кому они нужны, под небольшой процент. Ну вот, сама вообще суть децентрализации меня просто отлично, так сказать, привлекает. Отсутствуют левые какие-то посредники. Да, там получат аудиторы какую-то часть, но это не кредит через банк, который там реально хапает какие-то невероятные себе прибыли. Короче, Goldfinch — классная тема, децентрализация — тоже классная тема, крипта топ. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте, что впереди еще много крутых видосов, участвуйте в Goldfinch Flight Academy. И, короче, всем прибыли и до скорых встреч, друзья, всем пока. I just wanna be the one you love.